Очередной груз гуманитарной помощи направлен из Карачаева-Черкесии в зону специальной военной операции. Народный фронт, торгово-промышленная палата, представители бизнес-сообщества республики организовали отправку из Черкесска. Подробности у Али Баташева. Предметы первой необходимости, продукты, теплая одежда и множество других вещей, собранных неравнодушными жителями республики, вновь отправятся из Черкесска в зону специальной военной операции. Это делается регулярно и на постоянной основе, говорит куратор проекта «Все для победы от Народного фронта» Руслан Кильба. Груз формируется, исходя из потребностей военных и гражданских лиц. К нам обращаются бойцы. Вот, мы обрабатываем заявки. То есть у нас есть там определенная, допустим, очередность. Есть наиболее, которую мы должны обработать в первую очередь. Да, там самые значимые есть, там чуть-чуть, может быть, менее. Да, но все равно мы все стараемся выполнить, вот, и оперативно их доставить. То есть все покупаем, за все отчитываемся, снимаем видео. То есть примерно процесс выглядит вот так вот. Благодаря поддержке волонтеров Никольского собора, Николин уголок, да, который мы все знаем, любим, уважаем всю их деятельность. Благодаря их поддержке сегодня и комплект рации будут по заявке от бойцов направлены непосредственно на передовой, будут выполнять свою непосредственную функцию. Помощь идет не только нашим бойцам на передовой или проходящим лечение в Ростовском военном госпитале, но и гражданскому населению в Курской области. К акции присоединились торгово-промышленная палата, Центр «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесской республике, производители одежды «Марсали» и другие. Неоднократно отправляли, и в этот раз тоже не остались в стороне и помогли собрать. Это шапки теплые, одежда, как для детей, так и для взрослых. Хочется отметить, что и ранее предприниматели принимают активное участие в оказании помощи. Хочу выразить им благодарность, а также сказать, что двери центра «Мой бизнес», они открыты для любого жителя Карачаево-Черкесской республики, для любого предпринимателя, независимо от того, что проходит акция или нет. Пространство автомашины быстро заполняется коробками с продовольствием, мешками с теплой одеждой и другими предметами. Помощь и поддержка тыла всегда востребована, особенно на передовой, говорят очевидцы. Это, мне кажется, самое главное. Тут же даже дело, понимаете, как они в каких-то там материальных вещах, там снаряжение, продукты. Дело даже не в этом. Тут дело, как нетривиально звучит, в само внимание к ребятам. Да? То есть они прекрасно осознают, понимают, что вот она, реальная поддержка тыла. То есть о них помнят, о них заботятся, о них думают. То есть и еще раз повторюсь, это регулярно. То есть это не так, что один раз делали и забыли. Нет, мы постоянно это делаем. И постоянно каждый раз нас ребята благодарят. Ну, лучшая награда, наверное, да, можно так сказать. Каждый житель республики может оказать свою помощь нашим бойцам, обратившись в региональное отделение Народного фронта. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.